luce il сердце Вавилона. Святой Грааль. И обретет все. Грааль исполнит любое желание победителя. Но и потерять тоже можно все. Девятеро несокрушимы. И говорят, всесильный император. Он умирал и возрождался. Проживал тысячи жизней, которые теперь принадлежали ему. Он стал воителем непревзойденной силы. Видите, до сих пор никем не убежден. И имя ему Гильгамеш. Миссионерка, брошюрки. Что тебе надо здесь?
симпатичное создание. Тебя мне надо было, Игорь Лоша. И большое у меня нет, видно. Зато имеется вот что. Я так понимаю, это и есть король небес. Желающие? Поверьте. Поиграй, Аталанта. Как твое имя? Мое имя Кьяр. Значит, Кьяр, тебя следует убить уже за то, как ты одеваешься. Белое и черное всегда в моде. Дело не в твоем случае. Это мой мир. Будь так добра, что убьешь меня. И на мое место станет тысяча. Нет, да, говори о моем хвосте. Как прикажете, мой повелитель? Я чую... Светлые маги идут на арену. Здесь мы их сожжем. Инквизиторы знали бы тебя из своих рядов за излишнюю жестокость. Мы посланники свободного мира. Мы прибыли сразиться с императором тьмы и его слугами. Прекрасно, близнецы. Здесь у нас. Может, вначале сами представить? Изволь. Да, сирене, айсколы и елей, темная волшебница империи. Я дан Престон Гумилей, темный чародей империи. Мы непобедимые дуэты, маги-близнецы Вавилона. Я Широ Катамин, алый маг свободного мира, а это мой верный друг. Твой приятель вызывает у меня постоянное чувство любопытства. Покажи лицо. Позвольте мне представиться. Я светлый маг свободного мира. Кол, Форвардж, Юбиления. Наш младший брат. Брат, что ты не изменилась, сестра? Да как ты посмел показаться на глаза, щенок? У него теперь стальные зубы. Радостный волчок. Лучше быть последним волчонком среди волков, чем первым среди лошакаров. Похоже, да. Я прошу вас в этот раз о снисхождении.
воину нужен лишь меч, чтобы решить свою судьбу. Тяжесть у сердца отягощает меч. Ведь мой лучший друг выступает против меня. Ты мне не друг. Для нас есть только император. Он наше прошлое, настоящее и будущее. Я хорошенько сделаю тебя на арене, а потом мы примемся за твоего императора. Я предпочту быть первым где угодно, чем вторым на арене. Ты не победишь меня здесь. Почти равный мне, и я смертельно ранил его в мурат Камелона. Император, не тревожьтесь. Стревожен? Нет, я заинтригован, он не умрет сегодня. Увести. Кто ты? Не узнаешь, а раньше ты был частым гостем в Египте, в моих покоях. Не могу же я всех помнить. Так услышь же мое ум. Семирамида. Прекрасно, ты на меня же смотрел только на меня. И мой возлюбленный тоже, но однажды он отвернулся и был жестоко наказан за это. Теперь он всегда смотрит только на меня, иначе жжет. Прикажешь убить ее, повелитель? Домой, в Египет, и чтобы ноги твои здесь не было. Я вернусь. Как пожелаешь. Я отомщу. Сколько угодно. Ты очень быстро, но я быстрее. Проси пощады. Пощады? Ты захватил нашу землю, сжигал наши дома. Поработил мой народ. Война дает право завоевателям диктовать покоренным любые условия. Это не так. Я убью Гильгамеша. Как глупо. Дар. Осторожнее. Это Шувей, мастер военного искусства. Убиваю его смертельно. Только один? Нет нужды. Двух ударов. Но я нанес удар. Я тоже. Почти вся твоя душа перешла в шар. Стали? Лезвие Экскалибура острее моего пера. Второй раку. Значит, ты жив, но сцелить тебя могли только в Авалоне. В стране фей. В Авалоне мне дорога закрыта. Когда-то я был навечно. Как интересно. Люблю измену, но не изменника. Семирамида твоя. Наконец-то! Я стала великим магом задолго до твоего рождения. И за то была заплачена немалая цена. Поэтому сегодня ты проиграешь. Нет, пришел твой черед, Гильгамеш. Привет. Победи одного из моих девяти сынов. Душа Семирамиды не была проклята. Я знал это. Девятый слуга не она. Позвольте представить вам сильнейшего из девятерых рыцаря круглого стола Ланселота Озерного. Это не тот Ланселот, что прежде. Убей Артура! Ты любишь его? И, конечно, оставься с ним, твой противник я. Ты всегда мешаешь мне. Я не желаю сражаться с тобой. Главное за то, чтобы быть лучше, а дать мне быть лучше.
Я собрал все сокровища мира. Тебя мне нужна королева. Никогда. Ты что, совсем глупая? Я Гильгамеш, безмерно опасен, безумно прекрасен. Я золотое пламя, пляшущее на руках своих врагов. Все лишь мечтают. Не будто. Самоубед. Не важно. Любовь – это то, что отнимает силы. Так, друг, забери. Сильно желаешь моей смерти? Нет, но мне нужен Грааль. Ты получишь его. Дай мне Грааль. Спаси моего брата. Нет. Навсегда, навсегда ненавистник Гильгамеш. Я добр только с тобой. Цени. Экскалибур. Лишь один раз Экскалибур может остановить время. Ты не должна призывать силу Грааля, чтобы возродить Ланселота. Откуда ты? Это очевидно. Ты слишком любишь его. Но за исполненное желание Грааль заберет что-то взамен. Я отдать тебе его. Весь мир готов. Ты королева Авалона, и у тебя есть долг. Я всегда следовала своему долгу. У меня есть право на собственное желание. Конечно. Но прежде позволь показать тебе кое-что. Там, за стеной, лежит мир, целый мир счастья. Счастье, что любишь и любим. Счастье, что родители живы. Счастье, что рядом друзья. Этим миром нельзя так. Ни ради кого, ни ради чего. Счастье – это когда нет войны. Только не с тобой. Согласись, когда вы вместе, Ланселот всегда умирает. Нет, я не изменюсь. И заполучу тебя. Я буду вечно стоять на твоем пути. Не может быть на земле двух царей, как не может быть на небе двух солнц. Король Артур умрет сегодня. Даже святой Грааль не всесилен. Артур, серебряный рыцарь Камелота. И Гильгамеш, золотой император Вавилона, обречены вечно сражаться здесь, на арене героев. Ибо пока стоит арена, стоит и Вавилон. Если